Свадебные корпоративы, юбилей. Да? Ну что вы со своей рекламой пришли? Красиво, выше поднимайте. Пойдемте, ребята, пойдемте. Спасибо вам огромное, ребята. Мы смогли приехать в такой ранний час, поддержать нас, приветствовать. Мы очень рады, нам очень приятно. Ура! Ура! Ребят, вы красавцы, вы бы знали просто, насколько мы этого ждали, смотрели, болели. Нервов я посидел свои 28. 28? Пойдем играть. На круги, на круги. Да? Вот так вот. Вот так вот. Наши победили всех. Вот, класс, быстрее. Да нет, это, конечно, классно, потому что... Еще две недели я не думал, что так все может для меня хорошо сложиться и то, что я вообще могу принять участие в этих соревнованиях. Скажите, что вы почувствовали, когда наша сборная по хоккею забила во время награждения российский гимн? И не было ли у вас желания на закрытии взять с трибуны знамя России и пройти с ним вместо олимпийского? Я не слышал, как они пели и как их награждали, я не видел, потому что у меня была тренировка и такого желания у меня точно не было. Даже если бы оно и было, то бы это было неправильно, меня бы сразу там взяли бы за руки и сидел бы я сейчас бы там, а не здесь. Вообще, вы сталкивались с каким-то предвзятым отношением представителей МОК во время этих олимпийских игр? У меня совершенно ничего такого не было. Приятно, такая тяжесть. Не чувствуете себя звездой спорта? Нет, нет. И надеюсь, что не буду ощущать это. Обычно у олимпийских чемпионов появляются определенные рекламные предложения. Были? Пока что не было. И вы четко подметили, у олимпийских чемпионов, а золотой медали пока здесь нет, поэтому... Я также обычный человек. И просто у меня есть 4 медали олимпийских игр. Это только единственное то, что отличает нас с вами, допустим, так. Я такой же, как и вы. Ребята, извините, спасибо.